недавно имел удовольствие посетить городок Амиейра ду Тежу в центральной Португалии. Меня привлекают старинные крепости и другие памятники старины, а также природные достопримечательности. Город Амиейра ду Тежу известен своими древними крепостными постройками, уходящими историей своего возникновения во многие века, а может даже и в прошлые тысячелетия. Как и все крепости Португалии, Амиейра ду Тежу официально ведет свою историю с момента возникновения португальского королевства. Но реально такие постройки гораздо старше. Но сейчас я хочу поговорить не о возрасте города, а о том, что меня поразило больше, чем его старина. Это его население. С позволения сказать, демография. Но начну со справочных данных для наглядности. На протяжении своей истории Амиейра ду Тежу населяли люди в количестве более 1000 человек. Расцвета своей популяции город достиг в 1940 году, когда его населяли 1722 человека. В 2011 году здесь жил, числился, 241 человек. А сегодня здесь живут единицы. На протяжении своей двухчасовой прогулки мы встретили в городе не более 10 человек. Видели одного ребенка. Все. За прошедшие 13 лет население сократилось в 7 раз. Несмотря на то, что я там был в субботу, крепость, важный туристический объект, была закрыта на замок. Я видел в городе не менее 5 церквей. Все они закрыты. И похоже навсегда. В городе, судя по вывеске, есть дом престарелых, но нет ни школы, ни детского сада. Куда деваются люди? Наверное, улетают на Луну или на Марс. Если вы еще верите в то, что бабушки из португальских городов не деревень, городов, стройными рядами уезжают работать во Францию или в Испанию, я постараюсь вам показать в ближайшее время, как выглядят города там. Но на словах хочу сказать, что города и веси стоят пустыми везде по Европе. Мифы о поголовной миграции народов в Америку разбиваются о падении численности населения в Детройте, например. Там численность жителей сократилась за последние годы на 60%. This is the age of Uranus.
This is the age of freedom. This is the age of freedom.